Узкая трасса, тяжело обгонять. Движение, чтобы выехать с Мышастрики, например, занимает очень большое время, потому что со стороны Тимашовки разворот сюда, и все идут как бы на сторону, на ростовскую трассу. В реальном положении дел на дорогах лучше водителей не расскажет никто. Краевая трасса Краснодар-Ейск среди автолюбителей одна из самых ненавистных. Почти на всем протяжении ехать приходится по одной полосе в каждом направлении. Множество грузовиков провоцируют обгон по встречке. В результате смертельные аварии. Участок дороги, проходящий сразу через два района, Тимашевский и Динской, реконструируют к 2022 году. За это время обновят 22 километра трассы. На место, где пройдут масштабные работы, сегодня приехал губернатор региона. Начнут модернизацию с дороги до станицы Медведовской. Это 10 километров пути. Ее расширят до 4 полос. То, что это жизненно необходимо, подтверждает неутешительная статистика. За два года было порядка 46 ДТП, погибло 15 человек, 80 были ранены. Поэтому приводим к первой категории. Будет 4 полосы, между ними разделительные. Это наша краевая дорога. Я, безусловно, согласен с тем, что и дорогу со стороны подъезда города Тимашевска в Краснодар нужно максимально реконструировать, расширять, делать комфортной, удобной. Но достаточно у нас много еще дорог, которые тоже ведут в краевую столицу, в Краснодар, которые тоже подлежат реконструкции, расширению. Принципиально важно, чтобы с какой бы стороны мы ни въезжали, в город Краснодар было комфортно и удобно. На втором этапе займутся реконструкцией 12-километрового участка от станицы Новотитаровской до Тимашевска. На этом отрезке увеличат число полос и построят транспортную развязку. Сейчас в сутки здесь проезжают порядка 25 тысяч автомобилей. Трафик очень напряженный. Это особенно ощущается, когда сам едешь по дороге. Вениамин Кондратьев специально пересел в микроавтобус и отправился на нем в Краснодар. Ощущение сильного края. Это все в первую очередь дает. Дороги – это ощущение. Качественные дороги, хорошие дороги, широкие дороги, безопасные дороги. Сегодня мы должны проговорить, как это сделать, потому что качество дорог в первую очередь зависит от нас. Мы изначально создаем, либо не создаем предпосылки для того, чтобы дороги были разбиты, дороги были опасными, либо дороги стали безопасными. Ну и, конечно, в первую очередь, мы должны сделать все, чтобы сегодня дороги были с разделительными барьерами, которые разделяют два потока навстречу друг другу. Это самое необходимое сегодня, если мы говорим о том, что мы должны кардинально сделать все, чтобы предотвратить смертность на дороге. Только за полгода на кубанских дорогах погибло 382 человека. Основная причина – аварии с летальным исходом – выезд на встречную полосу. И здесь можно было бы винить самих водителей, но это самое простое. И проблему безопасности на дорогах не решит, сказал губернатор уже на совещании, которое провел сразу после объезда по региональным трассам. Мы даем оценку безопасности дорог, качеству дорог, безопасности дорожного движения с точки зрения людей, которые находятся на обочине. Ну, 90% из сидящих здесь – это водители. Вы сами себе задайте вопрос, что нужно сделать, чтобы мне, как водителю, было безопасно за рулем на дороге. И ответ вы тут же найдете. И качество дорог будет, и разделительные бордюры выйдут на первое место, и оградительные бордюры тут же вы вспомните. Дорожные знаки, их видно, либо не видно. Особенно в сельской местности, в населенных пунктах, в станицах. Этот знак днем с огнем не найдешь. Эти ветки, они его закрыли уже давно. Вроде дорожный знак есть, но толку-то от него никакого. И это тоже. Еще раз подчеркиваю, коллеги, здесь водитель, безусловно, никто с него вины не снимает. Но в первую очередь, еще раз подчеркиваю, надо вывести и ответственность тех, кто создает условия, в первую очередь, для безопасного движения. Дорог высокого качества по-прежнему не хватает. Из 10 тысяч километров региональных трасс первой категории соответствует всего лишь 56 километров. Не лучше дела и с муниципальными участками. Больше половины таких дорог не отвечает нормативам по состоянию покрытия. Теперь контролировать качество работ обязан будет каждый глава района или города. Разрабатываем методику восстановления дорог и улиц после разрытия, которые планируем утвердить распоряжением губернатора. В ней будут предусмотрены обязательные критерии восстановления дорожной одежды и земляного полотна на участке разрытия с полным восстановлением физико-механических параметров. Данная методика будет рекомендована для использования в социальных образованиях.
и мы сохраним таким образом дороги. Качество дорожных работ. У нас одни муниципалитеты проверяют, другие нет, но это должны все проверять, качество дорожных работ. Это обязательное требование. Знаки, которые там, порой столько знаков стоит, что водитель не понимает, каким руководством. Здесь тоже это надо упорядочить. Освещенность дорог. Сколько процентов дорог освещено, особенно в сельских населенных пунктах? Ну, максимум, наверное, процентов 30, но это тоже влияет на безопасность дорожного движения. Поэтому давайте и здесь смотреть, какой процент освещенности, как минимум 70% ставьте, чтобы дороги у нас были освещены. Это тоже должно найти отражение в программе повышения безопасности дорожного движения. На совещании по развитию качественных дорог говорили и о строительстве новых, и о ремонте уже существующих, о системе госзакупок, о правилах проезда грузовиков. Тема очень многогранна. Но в центре внимания – безопасность. Кто бы что ни говорил, но именно разделение движущихся потоков серьезно снижает количество дорожно-транспортных происшествий. Можно бесконечно обвинить здесь водителей, отсутствие камер, все что угодно. Можно сейчас все перечислить и поставить их во главу угла предпосылок дорожно-транспортных происшествий. Мы эти предпосылки можем купировать посредством все-таки, на самом деле, создания таких условий на дорогах, что даже если захотел водитель выехать на встречную полосу, он не смог. Захотел по обочине обогнать, тоже не смог. Сколько автомобилей въезжает в летний период ежедневно? В пятницу 63 263 тысячи в сутки. Со всей страны к нам въезжают в сутки. Вот и для них такие условия. Захотел нарушить, не смог. Не смог. А если нарушил, пусть будет ДТП, но без жертв. Вот такие должны быть дороги. Вот такие. Которые по-настоящему предотвращают не ДТП, а смерть на дороге. Вот что мы должны сделать. Дороги должны быть просто безопасными. Даже для тех водителей, которые склонны к правонарушениям, мы должны потоки разделить. Разрешите, я конечно. Почему не опробовать тросовое разделение? Оно еще дешевле. Разделить потоки. Согласен, поручение и пропишем сегодня. Программу повышения безопасности дорожного движения вы вносите коррективы с точки зрения разделительных барьеров 100% и до 2023 года. То есть 2022 год, последний год, где у нас дороги без разделительных барьеров. Неважно, в каком они, в канатном исполнении они будут, в металлическом, в бетонном. Безопасность, конечно, вещь затратная, но экономить на жизни людей никто не будет, заявил губернатор. Тем более, когда деньги действительно есть. Только на развитие муниципальных дорог в этом году направят 9 миллиардов рублей. Действительно, беспрецедентные денежные на сегодняшний день средства выделяются по ряду программ. Первая программа – это, конечно же, безопасные и качественные дороги. В этом году мы выполняем 50 объектов улично-дорожной сети. Протяженность получается почти 65 километров. Пенин Иванович, в прошлом году мы имели с нашего бюджета, с местного, 180 миллионов рублей на дороге. В этом году мы выделили 300, а в следующий год мы 400 закладываем. И к 2024 году общая сумма на ремонт дорог будет порядка 6,5 миллиардов рублей. Но такого, конечно, никогда не было. Основные средства на ремонт и строительство трасс собраны в Краевом дорожном фонде. А это десятки миллиардов рублей. И очень важно, чтобы региональная программа развития автодорог была не декларативная, а реалистичная, нацеленная на результат, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Все это должно подкреплено деньгами. Деньгами. Деньги, еще раз подчеркиваю, большие, 32 миллиарда. Мы должны просто по уму ими распорядиться, не размазать, как кашу по тарелкам, а приоритетно, чтобы можно было понять, что вот здесь мы их вложили и добились результата. Чтобы мы видели, пусть не сразу одномоментно, там кратное снижение, но явно динамику увидели положительную по снижению и ДТП, и, естественно, смертности на дорогах. Не просто, еще раз, коллеги, повторюсь, программа ради программы. Не просто освоение денег, потому что их надо освоить, потому что дорожный фонд большой. Количество и качество, соразмерность и качество дорог, конечно, их количество. Количество дорог без качества не нужно. Поставленные задачи будут выполнять в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Только в текущем году на Кубани рассчитывают снизить количество аварийно-опасных мест на дорогах на 5%.